Что же делать? Этот Вася, как от него вернуться? Блин, шарик. Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас играть в игру «Красный шарик». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прошли первую половину второй части «Мрачной фабрики». Сегодня нас ждет вторая половина второй части «Мрачной фабрики». Ну что, поехали. Привет, Шарик. Привет, Тимур. Привет, ребята. Покатились. Ой, квадрат. Ой, пресса, эти падают. Фух, Шарик, ну ты и смекалка. О! Квадрат. О, а тут же этот лазер, еще и лента. О, вот ты уже пришел. О, давай прыгай. Плюхнули. О, и это бомба. Только надо спрыгнуть. Ай. От, блин, шарик. Давай. Выйдем из разгона. О, у тебя получилось. О. Мы достали еще один шар, который сможет нам, который поможет нам. Ну, монетка. О, опять эти прессы. О, идем на следующий уровень. Блин, шарик. О, покатились. Получай, квадратище. О, давай. О, тут уже пилы эти. Вовсю. Стремятся. Тут уже пила вовсю. Ездит. Оп. Тут какая-то ловушка, блин. Тут какая-то ловушка, реально. Ой, давай, может... Блин. Может, как-то мы еще сможем... Ай! Шарик. Это нормально? Давай, ты проходи до того места. Эй! А, да, давай ты проходи. Это
дурацкая ловушка. Ой, мы убили квадрата. Блин! Шарик, ну ты перешел уже этот уровень. Да, я прошел. Блин, ну что ты на каждом квадрате спотыкаешься? Все нормально, я играю, снимаю видео. О, монетки. Фух, мы чуть не влетели. Давай, может, так подождем, пока не сливаем. Что это за реклама такая? Ну реально все перевернулось из-за этой рекламы. Ну, наконец-то, крестик. Мам, просто рекламу не дурацкую такую делают, из-за которой все подряд переворачивается. Вот, давай, наконец-то, шарик, давай, блин, да слышь, так, просто как это пройти, дурацкий этот уровень, ну зачем это такое придумают, ерунду разную. Вот это дурацкая реклама. И очень длинная реклама. Давай теперь с разгона. О, кажется, у меня есть идея. Этот шар же тут неспроста стоит. Давай мы его откатим. Шарик, это что ты задумал? Сейчас увидишь. О, вот, видишь, на шарик. Вот, видишь? Я теперь могу прыгать, поэтому... Ну, ты гений просто. У нас одна жизнь еще прибавилась. О, бомба. Эти пилы с прессами. О, давай. Опять эти. Ой, фух, шарик, ну ты убежал, повезло тебе. О, телега. Стоп, шарик, подожди, ее пока не трогай. А чё не трогай?
Сейчас. И вот на этой телеге едет по этим шипам. Пила, блин. Подожди. Эту телегу не трогай. Пока что ее не трогай. Блин. Уже что-то едет. Пускай в ту сторону едет. И давай. Надо только запрыгнуть на это. О, и теперь на телегу. Блин, мы одну звездочку пропустили. О, тут кнопка с шипами. Давай, может, телега ее нажмет. Шарик, ну как же это медленно, эта телега едет. О, блин, блин. Шарик, ну что ж ты? Вот давай. Ой, еще. Вот все уже. Этот круг. Давай. Все. Уровень 57. Ну, уровни какие-то сложные. Ну, ничего. Нормально. Давай. О, рычаг. О, давай. Прыгай. О, тут какой-то ящик. Еще один ящик. Давай, может, один. Давай, может, на разведку. Пойдем. Ой, пила это. Что делать? Я не знаю. Ой, что делать, блин? Шарик, что ж ты? Так, да нормально все. Вот что это за какие-то там джекпоты? Это какое-то казино непонятное. Мне чем просто такую рекламу ставить? Мало того, что в казино воруют, еще и вы, разработчики, им рекламу даете. Как вам не стыдно? О, я, кажется, знаю, что делать. Шарик, что ты задумал? Да ничего особенного. Вот. И пускай это падает на... Ой, блин! Шарик. Ну что ж ты, блин? Шарик. Шарик. Пила это... Блин. Ну ты... Ну это просто сложные уровни. Если босс даже сидит сейчас и смеется в своем кабинете, скоро ему будет так смешно, когда я к нему приду и наваляю. Но это правильно. Блин.
шарик. Да, опять это дурацкая реклама, дурацкий уровень. Это какие-то казино непонятные. Не понимаю просто. Что тут не так? Давай просто... Мы будем потихоньку толкать. Ни в коем случае не... О! Вот мы пришли. О! Одна жизнь нам в награду. За то, что мы пришли. И 58-й Тут эти прессы опять. Ой, надо как-то сунуться в ихний алгоритм. Ой, что это? Что это за прессы такие, которые меня... Тут... Огрызут. Ай, блин, монетка! Ой, мы... Просто монетку мы... Не взяли. Эй! Блин! Дурацкая игра. Вот таких разработчиков не стыдно рекламировать казино. У нас тут, я как понимаю, что-то пресса. У нас, чтобы мы как-то пришли в эту уровень. О! 12 пресса, так как две прессы одновременно опускаются. Блин, этот короб. Тут пусто. Давай мы что-то коробом на кнопку. О! Шипы, пробость. Я думал, что он сам взорвет у меня не сидит. Ну, шарик, давай проходить. Скоро ты уже наваляешь на мой босс. Ну, вот уже есть какой-то результат. О, как же это медленно все. О, уже 59-й уровень. Повезло. Уже скоро у нас будет босс. О, давай. О, шаром. Это, как понимаю, что этим коробом надо нажать на кнопку. О, я вижу шарик, ты уже подвидел. Это короб. О. Все. Идем. Давай, прыгай. Мы там уже кучу раз проиграли. Thank you.
О, опять это какое-то колесо. Может, нам надо как-то перекатить. Что это? Нам надо как-то запрыгнуть на это. И кое. А я, кажется, понимаю. О. Кое. Еще одна платформа. Мы подготовим нам квадрат. О, шарик, что ты сделал? Там есть какой-то короб. Или что это? Ой. Шарик, все теперь надо сначала, так как ты не нажал на ту кнопку. Ну, давай. Прыгай. О, какая-то кнопка нажата, но мы не понимаем, какое действие случилось. А действие, может, прыгнем на этот, еще раз, на этот лифт прыгнем. Эй, что это? Как запрыгнуть тут же на него? Эй, блин! Давай прыгай. Может, там что-то изменилось? Не, ничего не изменилось. Давай. О, уже такое. Что это? Как его пройти этот уровень? Так кнопка ничего не дала. Нам только время забрала. О, а что если этот короб скинуть? О, куда-то мы его тащим. А, это я так понимаю, что мы вот включили это колесо, и теперь он сможет переправить. Может, кое-что с собой возьмем? Шарик, ну зачем? Ну, вдруг пригодится. У нас уже появилось движение какое-то. Уже дело сдвинулось. Эй, блин. Давай сначала с монеточками. Зачем это? Может, вернемся и подумаем. Да ничего сложного. Вот, босс. Мы дошли до босса. Ну что, готов ты, шарик, его победить? Да, готов, конечно. О, тебе не победить. Я король всех боссов. Да сейчас же бей его. Вот так и продолжай. Босс с первой части Мрачной фабрики. Так что сам говорю, это тебе не те слабаки из того приключения. Босс тут так же само говорил. Но мы его все равно победили, блин. Бей.
монетки собираешь. Тебе не победить. Да сейчас же. Ой. Это только начало нашей битвы. Что такое? Ой, блин. Что это? Ну, катись. Ой, квадраты. Один. Что это? Что это вообще было только что? Ой, блин. Шарик, но как же так-то? Ой, блин. Ну вообще это какой-то неуправляемый. И теперь все сначала. Ну давай, ты его там бей. Давай бей до того момента. Да, хорошо. А когда он пустит лазер, то я тебе скажу, что делать. Ну давай, прыгай. Только мне в камеру, пожалуйста, не залети. Ой. Да, хорошо, постараюсь не залететь. Ты можешь залететь мне в камеру, блин, мы на его не успели. Вот так и продолжай. Тебе все равно не победить. Ой, лазеры. Давай прыгай. О, шарик, когда лазер такой, то ты прыгай. Я вижу, он уже. Ой. О, бей его. Ты понял, как от лазер камера. Блин, давай, может, с финиша, вот с чекпоинта начнем. Это разные танки там рекламируют. Бей босса сильнее. Ой, опять этот луч. Блин, шарик, ты чуть не убился на этом луче. Блин, ну давай возрождать еще раз. Просто очень сложно этот босс. Ой, вот. Тебе все равно не победить. Ой, блин, фух ты. Чуть не улетел. О. Давай.
это только начало нашей битвы. Смотри. Фух. О, нет. Все, Шарик, давай собирай монетки и финишируем. Да, хорошо. Все. Давай. Ой, опять эта реклама. Ну вот и все. Мы пришли полностью в вторую часть мрачной фабрики. Но продолжение следует. Тут написано, когда выйдут новые уровни, мы поиграем в эту игру. А сейчас ставьте лайки и подписывайтесь на канал Тимур11 ТВ. Пока-пока, покеда!